Всем здравствуйте. Я сейчас нахожусь в Артеме, в Астане. И вот тут такая идет акция. Хочешь стать ментом? Приходи в Артем. Сотрудники правоохранительных органов набирают свои ряды. Смотрите, что происходит. А почему вы набираете здесь, в Артеме? Можно узнать? Проходимость большая. Ну, вы знаете, к ним на службу и так раньше было сложно попасть всякие. А вот сейчас они аж на вот в Артем пришли и вот тут проводят акцию. Мне есть интересно. Большой поток населения. Очень многие люди. Не каждый знает, что надо идти в отдел кадров. У всех ассоциация, что это очень тяжело. А тут же очень прекрасно. Вот я уже заодно узнаю. А вот я хотел вас спросить, а вот на данный момент разве люди не знают, если стать, например, да? Вот я хочу, чтобы люди знали то, что вот в Артеме сейчас вот набирает службу. И вот, вот мне интересно, почему люди не знают, что можно обратиться в МВД, на сайт к вам, а вы именно вот здесь вот сидите. С чем это связано? Ну как это не знаете, вас же сюда же специально же. Вот сейчас что здесь вот сейчас проходит? Набираем кандидата. Ну каждый же человек же знает, чтобы пойти вот на службу в органы внутренних дел, можно обратиться в МВД по городу. Есть даже любой участок, РОП, РОВД, ГУВД. Можно туда пойти и получить информацию. Понятно. А не связано это с тем, то, что сейчас люди с правоохранительных органов уходят? А нет. Правильно сказали. Ну это же правильно же, это же очень как-то странно. Кандидат кабылда ватырмыз. Өзіміздің нелеріміз ұсынып атыр. А сіз басқа сұрақ қойып тұрсыз. Сіз бізге деп тұрсыз қазір. Я вам не мешаю, мне это просто очень странно, когда вы проводите свою акцию на базаре. Акция имеется. А что это тогда? И что это акция имеется? Ну если это не акция, как это можно назвать это? Телефон с адресом. Ну вы же открытые источники. Почему это люди вот проходят же, смотрят, а на вас на видеокамеру снимают? Да? Ага. Не, вот я и спрашиваю, неге набор, осы жерде қабылнаватыр, неге ішкі істер министрі қабылдамайсыздар? Бұл жерде қабылдайды, бұл жерде просто адам көріпті, оны кемкісілер білет, кемкісілер білмейді. Әрбір адам білет, чтобы стать сотрудником полиции, можно просто в РУВД, да? Хоть куда можно обратиться, сразу скажут, сдавайте вот ваши там резюме или что-то там, да? А чтобы вот именно здесь проводить такую акцию, это для меня это очень удивительно. Ну давайте сейчас кто-нибудь подойдет, может, тоже кто-то. Я вам не мешаю, я вам не мешаю. Мне вот интересно, почему такие акции проводятся здесь. Меня зовут Айбек Сабитов. Да, я гражданский активист, да. Да какая разница, если вы здесь в открытом месте находитесь, почему они должны стесняться, почему они боятся? Мы же здесь не в закрытом же помещении, вы наоборот сами сюда пришли в открытом месте. Джох, нарушение мест, я хочу, чтобы люди знали, что сейчас набор идет в Артеме. Қалай Артем емес? Да, вот и... Себебім? Я хочу узнать, почему... Да. А почему вы здесь делаете набор? Жоқ, мен кедергі жасап отырған жоқпын. А вот можно ваши документы представиться? Көрсетем, әрине көрсетем. Да. Нет, менің бәрі сұрақтарым дұрыс.
сіз прекрасно түсіндіңіз, мына жерде набор болып отқаны, сізде органда қызметке қабылдап отқаны. Да. Почему, вот я и спрашиваю, почему органы внутренних дел набирают набор именно в Артеме? Потому что каждый человек знает, чтобы стать офицером полиции, да, надо просто пойти в Министерство иностранных дел, ой, Министерство внутренних дел, еще в любые другие органы вам сразу дадут. Хорошо. Значит, вы не можете, да, мне ответить, почему вы проводите здесь акцию? Это же акция, вы развернули плакаты вот свои, вы у вас тут сделали объявление, у вас все у вас вот стоит она, но нету. Вы не можете дать причину мне конкретную, почему именно набор ведется здесь. Вы тоже, да, не знаете, почему здесь ведется набор? Ну это же странно, вас что, вот руководство вас сюда отправило, да, и вы сами не знаете, почему набор ведутся в Артеме, что ли? Или как это сказать? Вот такие вот движения у нас в Астане. В Артеме набирает сотрудников внутренней полиции. Стыдно, господа. До свидания. Эфир заканчивается.